Ну что, дорогие друзья, здравствуйте. Значит, у меня вот такой необычный, интересный салат. И значит, у меня виноград, идет груша, микс салата и, конечно же, авокадо. Для соуса я взял мусс из яблока, также мусс из манго, горчица дижонская зернистая и уксус бальзамический. Сейчас это все я замешаю и сделаем с вами мощный салат. Для соуса я использую вот такое масло авокадо. Очень полезное и очень хорошее. Наливаем соус. Все тщательно перемешиваем. Выкладываем это все аккуратно в тарелку. Смотрите, просто идеально. А какой аромат. И гарнируем грушей. И посыпаем кедровыми орешками. Вот такой вот салатик у нас получился просто идеально. Очень хорошее сочетание. Пользуйтесь, готовьте и наслаждайтесь.